В Башкортостане регистрировать недвижимость станет проще. Управление Росреестра по республике внедряет федеральную информационную систему, которая позволит жителям в кратчайшие сроки получить сведения об объекте в режиме онлайн. Новый сервис объединит базы данных государственного кадастра объектов недвижимости и единого государственного реестра прав. Система позволит повысить качество предоставляемых услуг Росреестром, более оперативно формировать выписки, вносить и анализировать данные об объектах и сократить сроки оказания госуслуг. Главными целями в ГИС ЕГРН являются введение единой учетно-регистрационной процедуры, это повышение качества сведений, которые содержатся в едином государственном реестре недвижимости, это модернизация предоставления государственных услуг Росреестра, это уменьшение сроков оказания государственных услуг. Внедрение в Башкортостане единой федеральной базы по объектам недвижимости осуществляется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». На днях правительство страны одобрило поправки в закон о госрегистрации имущества, упрощающие процедуру учета и регистрации. Так, например, жителям региона при заключении сделок с госорганами не обязательно будет иметь электронную подпись. Последние сами преобразуют все документы в нужный формат и передадут на регистрацию.